Начинки шоколадные, это первое, что мы делаем, потому что она должна стабилизироваться. Потом тесто, затем карамель и уже карамелизируем орехи. Чтобы вы не путались, начинаем с приготовления ганаша. Для этого я взяла шоколад, я беру калибау молочный, да, это молочный, по-моему, молочный калибау и сливки. Сливки у меня 33% жирности, это важно. У меня получается 1 к 3. Сливки разогреваю, ними залью шоколад и после этого уже блендером буду перебивать. Все покажу. Так, ставим на плиту наши сливки. Сильно разогреваем до первых таких пузырьков. Не кипятим, а именно первые пузырьки пошли. Все, выключаем и заливаем наш шоколад. Оставляем залитыми горячими сливками минут на 5. После этого перебиваем. Так, у нас появились, видите, пузырьки первые. Еще так активно не кипит, но это уже, по сути, все. Этим заливаем наш шоколад. Да, камеру тоже не нравится, что так мы делаем, но нужно. Ждем 5 минут, и после этого будем перебивать уже блендером. Так, пока наш ганаш там стоит, мы готовить начинаем нашу карамель. Карамель вообще готовить очень просто. Если вдруг вы приготовили блинчики, у вас дома там нет сгущенки, меда или с чем вы там едите блинчики, можно быстро приготовить карамель. Конечно же, если у вас дома есть сливки, жирное и масло. Сахар в воду ставим на огонь. Важно, мы не размешиваем нашу смесь, так потрясывать можем и все. И ждем, пока закипит, потом станет прозрачным, потом таким изумрудным цветом. И только после того, как оно уже будет изумрудным цветом, я обычно добавляю холодные сливки. Знаю, многие добавляют теплые. Я добавляю такие-такие, но холодные тоже нормально всегда все прокатывает. Так, наш шоколад со сливками постоял. Дальше мы просто пружным блендером перебиваем все в однородную массу. Так, снимаем нашу насадку, достаем. Сейчас будем в контакт покрывать пищевой пленкой. Это дело все добро оставляем, отправляем в холодильник. Оно застынет, стабилизируется. После этого опять будем перебивать блендером для того, чтобы взбить. Можно миксером взбивать? Сейчас посмотрим, сейчас решим, как мы будем действовать. Так, накрываем пищевой пленкой в контакт, видите? Это делается для того, чтобы сверху не образовалась пленка. И отправляем в холодильник. Дальше начинаем готовить наше тесто. Для этого просто вода, молоко. Это заварное тесто обычное. Чуть-чуть на капельки другие пропорции в этот раз. Но, честно говоря, любой мой рецепт заварного теста у вас точно получится. Это все должно закипеть, после этого добавим масло. Хотя, давайте сразу масло добавим, не будем морочиться. Вы же знаете, да, я люблю упрощать. Так, нашу смесь я вообще не размешиваю ничем, только вот так вот. Ждем, когда наша карамель станет такого карамельного уже прям цвета. Так, вода, молоко, масло закипели с сахаром и солью. Добавляем муку. И вымешиваем до однородности. Так. У вас точно получится. Прикручивайте обязательно газ. И размешивайте до однородности. Так, наше тесто, видите, однородное. Все с ним отлично. Если у вас не антипригарное покрытие, то оно в этот момент у вас начнет приставать к поверхностям. А у нас тоже начинает, видите, приставать в тех местах, где металлическими предметами трогала кастрюля. Вот, видите, вот тут, например. Здесь останавливаем, пересыпаем в чашу. Я в чашу комбайна пересыпаю
сюда же мне нужна насадка, остывает и начинаю добавлять после этого яйца. Так, я отправляю в комбайн, вы можете просто в любую миску положить, естественно, чтобы перебивать, допустим, миксером. Вручную яйца ввести будет неимоверно тяжело, поэтому лучше это делать как минимум миксером. В этот момент вы должны накрыть пищевой пленкой, оставить остывать. Так, вы либо оставляете остывать, либо включаете миксер и начинаете перебивать до того состояния, пока ваши яйца не остынут, чтобы начать вводить яйца. Это важно, ваше тесто не должно быть сильно горячим в этот момент. Еще чем больше влаги уйдет из вашего теста до момента добавления яиц, до момента выпекания, тем лучше, тем более пустыми у вас в итоге получится париж-брест, да, то есть заварное тесто ваше. Это важно, поэтому я обычно включаю комбайн, оно размешивается, я жду, пока перестанет парить, и после этого только добавляю яйца. Карамель почти готова. Смотрите, если вы не любите горчинку, то, в принципе, в этот момент можно снимать. Очень важно теперь с этого момента вообще не отходить, потому что от момента, когда все хорошо, до момента с горчинкой и до момента, когда у вас сгорела и вся кухня в дыму, максимум пару минут. Так, я заливаю холодные сливки. Будьте осторожны, если заливаете холодные, лучше делать это горячими. Газ выключаем в этот момент. Даем возможность пошуметь, пошипеть, а после этого уже будем размешивать. Лучше заливайте горячие сливки, тогда не будет такой бурной реакции и вы не обожжетесь. Все, теперь я размешиваю. Напоминаю, что у нас выключен газ полностью. Дальше нашу карамель мы должны перелить через сито, потому что иначе могут попадаться кусочки сахара. И, ну, соответственно, кто-то может поломать себе зуб, поэтому надо через сито перелить. А после этого уже будем добавлять масло. У меня масло топленое, но вы можете использовать обычное. У меня просто нет обычного дома. Высыпаем наше масло. И после этого перебиваем хорошенько блендером. Потом накрываем контакт и отправляем в холодильник. Только мужу своему не говорите, что вы ставите горячее в холодильник. Имейте в виду. Так, все, готово. Видите, да, у нас все однородное получилось. Красивенькое. Чуть-чуть еще подождем. Ну, должно остыть нормально. И еще раз обязательно блендером перебиваем, потому что все-таки масло может немного отслоиться. Так, это можно делать на самом деле обычной насадкой миксера. И лучше добавлять по одному яйцу. То есть одно яйцо добавили, оно смешалось до однородности, потом добавляете следующее. Только так. Так, наше тесто готово. Вообще, раньше для того, чтобы все мои париж-брести были одинаковые, я делала их с помощью формочки. Я их замораживала в формочке такой, которая как пончик. Потом выпекала, и все было идеально. Формочек больше нет, поэтому будем делать все вручную. И у вас тоже все получится. Так. Очень внимательно смотрите. Чтобы получить париж-брест, вам нужно сделать кружочек. Берете и выдавливаете по кругу. Важно, конечно, чтобы толщина по всему кругу была одинаковой. Это важно. И такие кружочки старайтесь, чтобы они у вас были одинаковые. С моим счастьем, у меня никогда одинаковых не бывает, поэтому я делала всегда формочку. И учитывайте, конечно же, что они увеличатся в размерах. Теперь вы понимаете, да, почему, когда я писала в тетрадке вместо Ани, учитель заметил, потому что у меня как бы не О, а овалы. Так, у нас 175 градусов, отправляем в духовку. У меня вверх-вниз конвекция, я с конвекцией выпекаю. Не смотрите, что у меня 200, у меня на этой температуре 175. Все, ждем где-то минут 30-40, станут они такого золотистого цвета, после этого уменьшу до 100 градусов и еще буду выпекать минут 15, чтобы они подсохли. Дальше будем делать карамельные орешки. Это, в принципе, очень просто. Берем орешки, ставим на плиту, включаем. Обязательно немного присаливаем. Немножко. Ждем, пока разогреется хорошенько, и будем добавлять сахар. Так, когда хорошенько нагрелось, высыпаем сахар, ждем, пока сахар начнет плавиться, и начнем очень активно размешивать. Видно, да, как начинает плавиться сахар? Не отходим ни в коем случае от
процесса. Начинаем перемешивать. Ждем, пока оно хорошенько расплавится. Так, все, наши орешки готовы. Засыпаем их на пергамент и распределяем. Если они сразу будут слипшиеся, вы потом их не рассоедините. Ну, либо же в блендере перебьете. Поэтому лучше, чтобы они сразу все были разделены. Такие орешки, кстати, можно есть, а не просто в глазурь получается. Так, наш парипрес начинает подниматься, это видно. Как бы вам так затемнить, чтобы было видно хорошо. Ой, чувствую, будет вкусно. Так, достаем парипрес. Ставим. Так, разламываем. Смотрим. Ну, в принципе, все нормально. Ждем, пока остынут, будем разрезать. Так, наша задача — взбить наш шоколадный ганаш, чтобы он стал воздушный, пехчатый. Для этого нужен миксер либо комбайн. Тут уже что у вас есть, не имеет значения. Вот смотрите, какая разница. Видно то, что возле стенок не взбитое, а то, что посерединке, видите, взбитое. Видите, разница в цвете. Так, наш ганаш взбился. Отправляю его в кондитерский мешок. Итак, смотрите, мы разрезаем наш парибрез. По сути, вы можете две части разрезать. Лучше резать чуть-чуть выше, чем первая часть. Наши орешки, кстати, которые вы помните, с вами готовили. Вот так, кстати, если их не разделять между собой, то так можно, допустим, украшать торт. Я думаю, многие именно так и делают. Ну, а я беру наш крем замечательный, отправляю сюда. Сверху поливаю это добро равномерно карамелью. Лучше, конечно, было бы тоже в кондитерский мешок, но не обязательно. Карамель, а сыр, орешки. Орешки можно измельчить, можно не измельчать. Это уже как вам больше того хочется. Дальше накрываем. И сверху посыпаем сахарной пудрой. Просто из ситечка, как вам удобно. Реально, это очень вкусный десерт. Один из самых любимых десертов моего мужа. Получается безумно вкусно и очень-очень шоколадно. Посмотрите, какая красота. А вкуснота я передать не могу. Я, кстати, больше люблю с белым шоколадом, либо с карамельным. Но это тоже очень вкусно.